себе. Так. А, да, хорошо. Сейчас, вот, а то я за двором наблюдал. Угу. Не попадешь. Да. Так, так, так. Тогда решил-то зайти. А у нас сейчас богослужение будет. А сейчас быстро тогда. Ну, вроде все бы. Слушаю, брат Николай. Аллилуйя. Слышно меня нормально? Нормально. Так, насчет игумена Кирилла Сахарова. Вы меня видите? Нет? Видно, слышно, все хорошо. Ну, давай, рассказывай по порядку. Когда это было, кто, как договаривались ли о встрече или нет с отцом Кириллом Сахаровым на Берсеневке? С отцом Кириллом Сахаровым на Берсеневке 27 января 2023 года я встретился. А где эта съемка была целый год? Она на канале у вас стояла и у меня. Я не знаю, почему она сегодня в первом ряду оказалась. Я посчитал, что только что поставили. Не знаю, уже почти год прошел. Без 13 ну, да. дней. Ну, я ее не видел, значит, я сказал. Ну, рассказывай, как вы встречу это назначили? Кто-то вам это помог, что он дома был? Или где это было? Я сейчас точно не помню, но у кого-то я взял его номер. Скорее всего, у вас, может быть, даже. И позвонил. Мы договорились о том, чтобы встретиться, побеседовать. А вы сказали, приехал, но... какая вас тема интересует? А вы сказали ему? Да, я говорю, про Игнатия Тихоновича хочу спросить, как вы, ну, как вы познакомились и прочее, поговорить с вами. Все, и приехали, побеседовали. Я поставил там одну камеру, телефон на треногу поставил, поближе к нему, а и второй еще там просто компьютер у меня такой, ноутбук. Я его открыл, и там тоже камера, и как бы два получилось разных, две съемки. Я их потом совместил. На него повесил диктофон. Я это видел. А с кем вы были? Один был? Один был, да. Никто не смог, по-моему, поехать. Понятно. Ну, вы встречи довольны? Да, встреча хорошая очень. Только насчет книг, тогда, по-моему, у нас еще не было готово. И мы ему ничего не дарили, по-моему. Понятно. А вы могли бы с ним встретиться, пойти с книгами встречу? Только так. Да, конечно. К истинному православию, вот который второй, а отдельно не показывать ему, сказать, вот есть еще проповедь в стихах. Слышишь меня? Что-то зависло. Слышу, слышу. И вот когда и сказать, что эти, и показать ему. Дело в том, что он там занят, у него и места нету, чтобы зря не давать. А где взять-то? У вас нет его? Проповеди у меня нету. Надо, чтобы на меня Елена или кто-то выслали хотя бы 3 комплекта. Потому что постоянно смотрю, они нужны, а их нету у меня в наличии. Ну ладно, это подумаем. Как? На ты адрес свой дай, куда высылать? Да, я пришлю. Игнатий Тихонович, я с ним говорил буквально там пару недель назад. И это... Он не просто, он сказал, что он с радостью примет к истинному православию и еще 2 священникам подарит. Вот, а вы к истинному православию ему уже подарили? Нет, мы просто разговаривали, я говорю, хотели бы подарить вам. Он говорит, еще 2 священникам могу подарить. Вот, ну хорошо, сказал. Тогда это тоже 3 экземпляра послать к истинному православию. Да, хорошо. Может ну, быть, я есть. Завтра прямо и поеду к нему. Может быть, с Иваном договориться, чтобы он тоже познакомился, посмотрел, как у них там. Обязательно, у них Ивана все-таки... возьми. Да-да, Ивана возьми с собой. А у Ивана нету лишнего? У Ивана тоже проповеди в стихах, по-моему, нету, да. У него есть один экземпляр, но там он, когда проверял обложку, он там царапал что-то где-то, проверял, как она держит, и чуть-чуть где-то попорченный, чтобы, ну, говорит, такое дарить нехорошо. То есть обложка не целая, в одном месте там чуть-чуть поцарапано у него. А к истинному православию, то когда скидывали 500 экземпляров, это у кого они?
Они у нас распределены, у Сироткина, у меня и у Грибанова. Значит, к истинному православию вам не надо высылать. Да-да, у меня только проповеди в стихах нету, а трехтомники к истинному православию у меня есть. Они вот у меня хранятся. Сейчас ну, вам ладно, покажу. Ну ладно, понял. Понял. От меня поклон передайте. Вот видите, у меня тут вот книги. Я вот вижу, это все к истинному православию, вот это сверху. Понял, наверху шкафа стоят. Так, теперь, да, он, да, вот это был, вроде бы как его смутило, что речь его была дословно перепечатана. Я, кто печатал-то? Не я же. Ничего там такого и нету. Ну, как говорит он, может, ему как писателю это не на пользу, что там вот лишнее... Ну, его слова, там не добавлено ничего. Нас это даже не должно и трогать нисколько. Человек, вот там, если я сейчас, ну, год прошел, насколько я помню, все междометия и слова паразиты такие, как ну, вот, это, ну, но, они но там... Ничего тут нету, знаешь, да. Что важный человек, и кто печатал, он не хотел самовольно делать ничего. Не добавлено, не убавлено. И Слово Божие точно так же, не добавлено, не убавлено. Так что тут не надо думать, что ему плохо там или что-то. Мы же, как, вы спросили, польза есть? Он говорит, да, конечно, есть. Теперь задумался, чтобы зря не мыщать. А москвичи, они так вот говорят, а не знают, что сказать. Я хотел сказать, это было, это москвичи так. Вот все время мыщат и мыщат. Я что должен делать? А я теперь даже и не печатаю. Дело в том, что кто-то печатал и издали материал, это где он там в книге оказался. Ничего особенного нет в этом. Нету, нет. Никакой обиды нету, ничего нету. Как? Нас интересовало, а допустим, как разговаривали такие-то люди где-то. Наоборот, это было бы видно более живой такой, неприглаженный текст. Ну и все, что ты написал, там ты все и высказал это. Я подумал, с кем вы были, не с Иваном ли? Тогда никто не смог, я по братьям, по-моему, обращение делал, и в итоге один поехал, потому что надо просто было сделать это, я почувствовал, что пока он есть, и у меня время есть, надо это сделать. Ну, мы когда ездили вот это по Европам, там до Португалии, везде прошли, мы всегда у него останавливались в Москве. Он сразу меня в храм переодевал и под ризники. Даже есть такие, видел, нет фотографии? Это ролики. Да, видел, вы там стоите в белом таком облачении. Ну да, он меня завел и одел и представил. Ну, я чтец, мне по чину тоже это положено. Это же не риза. Его не скроешь, он был здесь и в воспоминаниях где-то, он там все подчеркнул, как в лагере, вот, и здесь он как листал книгу-то какую-то, его воспоминания. Ну все, тогда да. Что-то тянет, вижу, прямо зависаете. Да, ну, может, с интернетом что-то. Я хотел спросить. Ага, говори. Хотел спросить, ну, в целом ты оцениваете, как... Хорошая же беседа получилась. Хороший, вопрос хороший. Да и собеседник-то такой. Это, ну, расположение-то его видно какое. Когда я первый раз у него был там, говорит, в кочегарке, и говорит, громы и молнии на меня. Ну и правда, я видел плиты, которые надгробия там. И они с крестом, и кто, чугунные. Они их сделали в храме на пол. И ходят, на крест наступают. А тут уже канон. Этого не должно быть. Ну, я высказал, а у них там какой-то старичок, он подошел, как фыркнул на меня во время богослужения. Я говорю, не надо, ничего. А он нижненький рос, он видно, что он прямых командует-то. И когда я рассказал отцу Гавриилу, он говорит, да как так, он уже такой спокойный. Я говорю, спокойный, пока не трогают. А тронет, это такая полезет, такое зловоние будет. Ты даже не подумаешь, что от живого человека. Ну, вот так. Хорошо. Да главное, как, где она стояла-то и кто ее поставил-то к нам? Так я и ставил, по-моему, а общая знакомая открывала. Давно было. Может быть и так. Вы просто переслали ей.
Да, загрузил, а она переслал, сказал, что Все, все, откройте все, там, когда будет. понял, отхожу. Я Не нужно. Не нужно. секунду еще, секунду. Давай. Игнат Тихонович, хотел Да. сказать, что когда я был у них в трапезной там, то у Да. них на стенах вот эти надписи, и я им Да. указал две или три ошибки сразу же. Ну, я ему Как говорил, а он их не убрал. я то, вот я тоже нашел две или три ошибки. Да, да, То да, есть да. ошибки опять до сих пор уже сколько лет прошло, все равно с ошибками выставляют. Первый момент. Второй момент. Там, когда идет трапеза, то там человек выходит, читает с толкованием Феофилакта что-то. При этом все друг другу передают какие-то книги отца Кирилла. Вот так, вот так. То есть ты вроде бы как и есть должен. Тебе читают Феофилакта, при этом тебе вот так одну за другой книги передают. Давай, посмотри, посмотри, там открытки, еще что-то. Я говорю, а что происходит-то? Мы сейчас едим, мы сейчас слушаем Феофилакта или книги смотрим? Я не успевал даже это. В итоге я потом стал отказываться. Я говорю, я не буду уже книги смотреть. Как я лучше Слово Божие послушаю с толкованием. Ну, какая-то немножко такая слишком насыщенная для меня была обстановка в этом плане. А так у него везде там надписи, на его кабинете, там перед входом тоже. Тишина, сохранять тишину и так далее. Такие все. От Ну, я вас взял, знаю. похоже. Я там много раз был. Много раз. Ну, Ну, все, в все принципе, у тогда. меня. С Благодарю. Богом. С Богом. Хорошо. Спасибо. Аллилуйя. Давай.